Продукт. Жидкость для гидроусилителя руля Honda PSF S 1 литр. Предприятие упаковщик SVD Lubricants, Германия. Базовое масло Идемицу синтетическое. Точка потери текучести минус 50 градусов. Гарантийный срок хранения 3 года с даты производства. Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора жидкости по ее свойствам и допускам. Отличие оригинальной тары. Вес продукта с упаковкой 932 грамма. Тара произведена компанией Plysin. Четкий мелкий шрифт бачкода, нанесенный термопринтером, почти не стирается механически. Задняя этикетка имеет клеевой слой. Дата производства пластиковой тары должна быть равна ли ранней дате розлива продукта. Ссылки на дополнительные материалы продукта, а также СДС в описании к этому видео.